Существует особая музыка. И так как лагерь этот особый, то, соответственно, утро тоже начинается с особой песни. Опять не будем спать, не будем вспоминать. Опять не будем спать, и до утра. Опять не будем спать, а утром мы сбежать. Опять не будем спать. Утро снова на пробежку рано, в голове бардак, я еще немножко вялый. Допью я гений из вчерашнего стакана. Уложим Костю, чтобы ничего не напрягало. И просидит так молча, 2 часа он в люкче, о чем-то думая, но о чем не в курсе. Опоздает на подкачку, как обычно, и это вошло походу у него в привычку. Да. Веселая была неделя, голова гудит, а ноги онемели, и свисток уже дико напрягает, и все ребята друг с другом что-то... Был бы он рядом, было бы все по-другому, он был и нас построил, было бы все по закону. Да вот, так бывает, Константинович о нас никогда не забывает. Ну, а вечер, соответственно, запомнился всеми любимому нам клубу Константиновичем именно таким. Посмотрите на его тело. Вы смотрите на него. Вы просто на него смотрите. Больше ничего не надо, он работает. Он каждый день в спортгородке. Он работает. Он работает. Он работает за всех. Он тот самый, тот единственный, тот Константин. Ведь вы знаете, что у него палка. В его распоряжении целый лагерь. Вы ведь знаете, что это курица. Алло, Толмачевский, и ты туда же, да? А что ты вот это пальчиком делал, вот это? А что это такое?